Стерлитамаке ветераны УВД хотят увековечить имя сотрудника, погибшего при исполнении. Идеи уже несколько лет, однако пенсионеры возвращаются к ней вновь и вновь, когда собираются вместе на День труженика тыла. За чашкой чая в кругу бывших сослуживцев всегда с теплотой вспоминается о былом. Охотно обсуждаются вопросы современной полицейской службы. Так ветераны не скрывают озабоченности. Погибших при исполнении сотрудников должны чтить в городе, помнить по именам. Хорошие примеры есть. В честь Льва Смирнова названа одна из улиц в Стерлитамаке. Сержант милиции отдал жизнь, защищая горожан от вооруженного дебошира в 1966 году. Также увековечить имя Руслана Зайнуллина предложили городской администрации ветераны милиции. 24-летний оперуполномоченный погиб от ножевого ранения в марте 2005 года при задержании наркодельцов. Почему-то на людей, которые отдали жизнь во имя спасения жизни других, мы мало обращаем внимания. Поэтому память, чтобы сохранилась, вот мы просим назвать именем Руслана Зайнуллина одну из улиц в новостройках. Как называть новые улицы в городе, решает экспертная комиссия по наименованию улиц. Здесь сообщили, что 2 года назад, когда стерлитамаковцы предлагали варианты названий, комиссия придерживалась мнения, что все названия должны быть в едином контексте. Тогда и появилась улица Крымская, улица Ботаническая, проспект Академика Королева. Предложение ветеранов милиции было отложено, как не подошедшее по смыслу. Как только будет у нас заявка по линии отдела архитектуры, что есть необходимость провести очередное заседание экспертной комиссии, мы уведомим всех членов данной комиссии, соберем и точно так же в средствах массовой информации опубликуем сообщение о том, что мы собираем мнение, какие названия могут быть приемлемы для данных группы домов, для данной улицы. В Стерлитамаке нет безымянных улиц. Тема, волнующая ветеранов, будет кочевать от встречи к встрече, наравне с привычными вопросами, такими как поздравление Совета ветеранов УВД. В День тружеников тыла каждый участник получил небольшой подарок. Когда хорошее дело, разве не приятно? Конечно, приятно. Чем? Ну, помнят. Вот данный сегодня случай помнят, что когда-то работал. Ну и все. Артем Ланягин, Андрей Тримайлов, Стерлитамак, служба новостей.